Беспризорные, бездомные, асоциальные. В Ярославской области отсутствует полноценная программа по работе с гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Все ведомства так или иначе занимаются людьми без определенного места жительства. Но комплексный подход еще только требуется разработать. В августе вышел новый федеральный закон, где из числа адресов для прописки вычеркнуты ночлежка, общежитие, маневренного фонда, дома-интернаты и палаты сестринского ухода больниц. Люди, и так оказавшиеся за бортом жизни, вовсе лишаются возможности лечиться или работать. Этими вопросами было посвящено координационное совещание под эгидой уполномоченного по правам человека. В нем приняли участие представители Департамента социальной поддержки, правоохранительных органов, Миграционной службы здравоохранения. Участники совещания выработали предложения, которые будут направлены в органы государственной власти. Их никто не сосчитал. Наверное, мы говорим, что эта категория все-таки больше скопления этих людей, да, вот этой категории, это в крупных мегаполисах, это Ярослав и город Рыбинск. Если в Ярославле худо-бедно 34 койка места, то в Рыбинске нет ничего. Все присутствующие и организации, которые вы представляете, работают на этом поле, но каждый видит проблему под своим углом, видит часть ее и работает в рамках тех полномочий и возможностей, которые есть у них. Нам важно получить все-таки широкий такой комплексный взгляд на эту тему. Наша задача привлечь к этой теме внимание, выработать рекомендации для всех участников, которые заинтересованы в этом.